Что моя девочка, что моя куколка? Всем доброго времени суток. У кого оно? Утро, у кого уже день? А может быть, кто-то нас и вечером в это время смотрит. Всем большой-большой привет. И большой привет от папы Валеры, на чем канале вы находитесь, от Ники. И попозже мы покажем Луну. Ники волнуется. Для Ники необычно. Она опять одна. Она ищет свою сестричку. Занавеску не трогай. У нас есть договоренности между нами. Ты нарушаешь их, Никуш. Но ей непривычно уже без Луны находиться. Да? Куколка, где ты там? Ты знаешь, что я сейчас уйду, разозлюсь, и ты останешься одна. Вообще одна. Хочешь это? Да, она скучает. Она скучает, когда здесь она одна, она не понимает, она привыкла уже, что можно кого-то дергать за хвост, на ком-то можно скакать, с кем-то можно ссориться, драться, и от кого-то можно получать, и поэтому она здесь одна. Потому что у луняшки еще ножка не до конца пришла в порядок. Трудимся, массажируем. Ну, давайте о Луне попозже, а пока мы хотим поздравить наших рожденных сегодня. Ники! Ники, занавеску не трогай. Ты почему это делаешь? Вот скакать можешь, занавеску трогать нельзя. Я же тебе говорил, что занавеску нельзя трогать. Давай лучше поздравляй. А поздравить мы сегодня хотим Мэри из Баку, у которой сегодня день рождения. И пожелать вам, Мэри, что мы знаем о Баку? Прекрасный город с огромнейшим пляжем. Протяженностью очень длинной. Не помню, хотел сейчас умничать, сказать, но не помню. И с прекраснейшим видом на море, на горы. К сожалению, не был в Баку, но очень много наслышан, много кто приглашал. И я знал, какие прекрасные там люди живут. Много друзей из Баку зато есть. И мы вас поздравляем с вашим днем рождения и пожелаем вам также много-много приятных друзей, много приятных людей, чтобы вас окружали. Пожелаем вам счастья, здоровья. И тем более, что знаю, что на Кавказе без друзей невозможно жить, то я желаю, чтобы вас окружали всегда только лишь порядочные люди. Чтобы вы смогли всегда положиться на этих людей и... Также бы они могли положиться на вас. Счастья, здоровья, любви вам пожелаем. А еще у нас у девочки Ната, которая, к сожалению, немного информации также о ней, но знаем, что у нее сегодня день рождения. И мы вас поздравляем. Поздравляем с вашим днем рождения. Мы также пожелаем счастья, здоровья, любви, богатства. Вот сегодня кого мы поздравили. Что касается сегодняшних дней, я сейчас скажу, какие дни, потому что потом, возможно, с Луной это не получится. Девочке хочется, что хочется, она лезет на руки, ей хочется тепла, внимания, заботы, любви. Поэтому, какие сегодня дни? Сегодня день зимней рыбалки. И кто увлекается ею, ребят, больших уловов вам. Я, честно говоря, это не понимаю. Ник у нас обожает рыбалку, также обожает зимнюю рыбалку. Но, к сожалению, здесь нет возможности где-нибудь прорубить лунку. Или ледорубы здесь не продаются. По той причине, что здесь просто нет физически. Но желаю вам прекраснейшей рыбалки. Желаю вам хороших уловов. И чтоб всегда клевало. Сегодня у нас... Еще день подбрасывания монетки. Если кто-то сомневается, ехать сегодня или нет на рыбалку, или решать какие-либо вопросы, знаете, есть традиция такая. Берешь монетку, так раз, подбросил ее, и орел или решка загадали для себя, поставили, что вы хотите. Что загадали, оно упадает. Побалуйтесь сегодня решением каких-либо вопросов именно с помощью подбрасывания монетки. Вот такой сегодня день интересный тоже. А также сегодня день шоколадного чизкейка. Так что если кто-то сомневается, есть его или нет, также обратитесь, пожалуйста, к монетке. А еще сегодня у нас день риэлтора. И вот, наверное, будет вообще идеально, если риэлторы
подбросив монетку, взяв с собой чизкейк, отправятся на зимнюю рыбалку. Вот такие у нас сегодня дни, такие у нас люди, кого мы поздравляем. И, естественно, мы поздравим всех, у кого сегодня день рождения и у кого сегодня именины. С праздником имени вашего. А на этом мы пока остановимся. Разберемся с нашей девочкой. Ники, вот чтобы все понимали, о чем я говорю. Занавеску ты знаешь, трогать нельзя, да? Не-не-не, ты остаешься здесь. Я ухожу без тебя, все. Да, ты знаешь, мы с тобой договаривались много раз. Нет-нет. Она знает прекрасно. Я ее наказываю иногда тем самым, что выйду за дверь, чтобы она поняла, что этого нельзя делать. И она сейчас волнуется. Она не любит оставаться одна, но в целях воспитания это необходимо. Как всем непослушным детям. Ты знаешь, вот ключ, я пошел. Нет, нет. Ты почему занавеску трогала? Ты почему занавеску трогала? Расскажешь мне? Не надо ко мне лезть. Ты знаешь, занавеску трогать нельзя. В прошлый раз ты на нее прыгнула, и эта гардина на тебя упала. Я, говорит, схвачу эту дверь, замурую, ты ее не откроешь. Без меня ты не уйдешь. Ладненько, побежали мы за Луной. Пошу никуда. А вот и наша девочка Луночка. Вы видите, у нас с ножкой есть проблема. И она тоже. Да. Без Ники никуда не хочет ходить. Что, моя куколка? Скучаешь? Ну, с ножкой. С ножкой, как я уже выше сказал, мы делаем массаж. Я массирую ей ножку. Мажем специальными мазями, которые помогают уйти отеку. У нее пальчик на ножке. Не, ну, если подойдет, покажу. Специально не буду ее. Как правильно сказать? Ну, не насиловать, а делать ей неприятное, да? Применять насилие вот над ней, показывать вам ее пальчик, он был опухший, сейчас все больше и больше вот, нормально. Но она так на трех конечностях хорошо передвигается, да? Моя куколка, ты знаешь, сколько людей писали, все практически комментарии, которые, когда я написал, ну, аккуратней, когда я написал, что у нас вот такая, произошла такой инцидент, такая беда произошла, все писали, Луночка, все писали тебе скорейшего выздоровления желали. Желали также, чтобы ты быстрее поправлялась и была такая же, как и прежде, задорная, веселая. И хотят вас видеть с Ники. Многие люди тебе послали, практически все послали тебе поцелуйчики. Не могу зачитать сейчас просто эти комментарии, но спасибо вам огромное, мальчики и девочки. И спасибо вам огромное за вашу преданность, за вашу отзывчивость, за вашу обратную связь. И я думаю, что да-да, именно ваша поддержка ей помогает, несмотря вот на такой ушиб серьезный, но чувствовать себя великолепно. Вот. Огромнейшее вам спасибо. Иди, иди. Ей тоже непривычно. Нет, привычно ей этот телефон. Как у тебя ударилось? Как ты умудряешься? Скажи, пожалуйста. Вот как бы она ни прыгала, куда бы она ни прыгала, она обязательно должна она этот телефон задеть. Но судя по тому, что она опирается на нее, может быть, пока... Это маленькая воришка у нас. Несмотря на все это, тебе... Ты маленькая ягоза, ты маленькая куколка. Да. Скоро поправимся мы, и скоро все у нас будет очень хорошо, потому что она уже на нее наступает, она уже ей пользуется. Да? Да, моя девочка? Ой, ты боже мой. А еще скажи, что у нас? У нас еще есть вот такой поясок появился, вот такой вот, видите? А почему он появился, расскажешь, моя куколка? Потому что мы... Усердно снимаем памперс. Да. У нас начался этап, когда мы не хотим находиться в памперсе. И приходится ее контролировать.
У Ники тоже какой-то момент был. Кто с нами давно очень, кто за нами наблюдает, можете вспомнить, когда Ники тоже у нас снимала памперсы, не хотела ходить в нем. Но пока ей нужен покой, пока ей нужны массажи, мази, ну, в принципе, то, чем мы занимаемся. Но даже несмотря на все это, она себя чувствует, видите, как задорно и очень хорошо. Вот, огромнейшее спасибо еще раз, мальчики и девочки. И да, мальчики и девочки, это выражение, это, вернее, извиняюсь, это обращение для меня, оно приобрело новый смысл в нашем с вами общении, потому что, когда я обратился по поводу, как к вам обращаться, и прочитал ваши комментарии, я понял, что это обращение придает как мне, так и многим из вас, как правильно сказать, много энергии, много позитива и возможно, какие-то воспоминания, которые делают нас моложе. Поэтому всем огромнейшее спасибо, мальчики и девочки. А на этом мы, наверное, сегодня больше не будем ее мучить, да? Пойдем придадим ее покою, хотя ей хочется, вы видите, ей хочется бегать, прыгать, веселиться. Ты выздоравливай, да. А вдруг вот она прибежит и тебя за больную ножку схватит, и тебе еще больнее будет. Или же вот так ты будешь прыгать, а она подбежит. Вместе-то задорнее, веселее, ты от нее будешь убегать и опять ударишь ножку. Что тогда? И давай, не филонь уже, начинай разрабатывать ее, становиться на ней. Все, давай скажем всем пока-пока. Все, всем на этом пока и до завтра в этой же рубрике, на этом же канале. Постараемся какой-нибудь выбрать контент, интересное место, чтобы было приятно смотреть. Но пока как-то так. Вы сами видите, что ни на природу сейчас не поедешь, к сожалению. И вместе их тоже не соберешь до кучи. Все, всем огромнейшее спасибо за вашу поддержку, за вашу любовь, которую мы чувствуем. Всем хорошего настроения. Всем-всем-всем. И пока-пока. Да, кукла? Она у тебя не болит. Она у тебя, я знаю, я вижу. Не надо, надо на нее наступать, чтобы она быстрее расходилась. Ой, боже, боже. Пойдем. Все, уходим. Всем пока-пока.